Станция «Юго-Западная» открыта 30 декабря 1963 года. Находится на территории района Тропарёва-Никулино Западного административного округа. Первый дом массовой жилой застройки появился в районе лишь в 1967 году. До этого станцией могли пользоваться жители окрестных сел Тропарёва и Никулино. Конструкция станции – колонная трехпролетная мелкого заложения, глубина заложения 8 метров. Сооружена по типовому проекту. На станции два ряда по 38 квадратных колонн, шаг колонн 4 метра. Колонны станционного зала облицованы белым мрамором. Путевые стены изначально были отделаны светло-зеленой глазурованной керамической плиткой. С февраля по сентябрь 2016 года были проведены работы по переоблицовке путевых стен на алюминиевые композитные панели.